Давай. Ай, молодец. На этой трассе одно препятствие сменяется другим. Тоннели, бревна, крутые спуски и подъемы, различные искусственные преграды и очень много грязи. Ой, тут кроссовки реально потерять. Прям вообще... На таком маршруте приходится попотеть, а можно и даже вымокнуть до ниточки, ведь какую-то часть трассы проще проплыть. Главное, чтобы пушистый спортсмен умел плавать. Хотя некоторые собаки учатся этому прямо во время соревнований. Мы приехали просто покупаться сюда, мне кажется. Я вся мокрая, потому что там уже до такой степени жарко, а вода холодная. Захотелось поплескаться, понежиться. Поэтому мы очень сильно задержались с собакой. Покупались, зато научились плавать, да. Мы теперь пловцы. Да, мы теперь пловцы, молодцы. Организаторы грязных игр подготавливали трассу целый месяц. Из-за дождей и поднятия уровня воды маршрут пришлось корректировать и в последний момент. В целом длина необычной полосы препятствий свыше 1,5 километра. Мы делаем небольшое расстояние, потому что все-таки жара. Плюс 30 градусов, собакам и владельцам тяжело бежать. Критерий никаких абсолютно нету. Главное, чтобы собаке было больше 12 месяцев. Обязательная амуниция – это шлия, потяг и пояс. Ну и спортивная собака. А хозяин уже как-нибудь доплывет. Всего на забеге записалась 31 команда. Собаки здесь разные, от больших среднеазиатских овчарок до кёрн-терьеров. И коротенькие лапки – это не проблема, что доказывает корги по кличке Ева. Бегает офигенно, она даже меня тянет быстрее. Нас 14 номер обгонять начал, и она такая: «Не поняла, я тоже быстро бегу, как вчесала, я думала, я где-нибудь растянусь». А вот владельцам длинношерстных пород после таких приключений не только себя и собаку отмывать, но и репейники с другими колючками из шерсти выковыривать. Вот это все потом отколупывать от него? Ну, руками. То есть мы выколупываем каждую семечку отдельно. Либо специальными гребнями, расческами его вычесывать, потому что стричь их нельзя. Надо что-то. Сколько на такое уходит? Вот такое? Вот это, я думаю, часа два, наверное, 2,5 займет. А уж сколько обуви эта трасса успела с участников снять и не пересчитать. Но босым никто не ушел. Ой, все по пути потеряла. У меня кроссовки 500 раз сваливались. Носок где-то там в грязи утонул. Думаю, ладно, искать не буду. Один выжил. Все. Несмотря на грязевые трудности, все участники с полосой препятствий справились и необычным маршрутом остались довольны. Мне очень понравилось. Трасса прям такая рабочая. Есть где прям повязнуть. Есть где охладиться, есть где попыхтеть в горочку. Ну, Честер, кстати, мне очень помогал в этом. Он тянул так неистово. Подробнее о соревнованиях расскажем уже в эту пятницу в программе «Дело ведет МУР» в 18:20 на телеканале РТС.